Здравствуйте, Microinvest International. И очень серьезные и большие новости. Новости о новой компании, в которую мы вошли. Вы прекрасно знаете, что мы не часто входим в какие-то проекты. А если входим, то входим в надежные. И наши партнеры получают достойные прибыли. Проект называется S-Trade. S-Trade. Я покажу офис, он есть на русском языке. С недавнего времени. Я в него, в компанию вошел совсем недавно. И вот покажу, как она выглядит, как выглядит сайт. После того, как вы получили предложение войти в компанию, вы нажали на вкладку «Зарегистрироваться», попадаете вот в такую, в такое окно. И регистрируйтесь. Как регистрироваться, я покажу вам позже. Это совершенно нетрудно, и я думаю, каждый может это сделать. Вы попадаете вот на такую страницу. И нажимая «Начните зарабатывать сейчас», вы вводите email, указываете код, соглашаетесь с условиями и создаете аккаунт. Вам приходит письмо, вы подтверждаете и начинаете работать. Мы входим в аккаунт, набираем свой mail и пароль. Итак, вы попали в свой аккаунт. Что мы можем делать? Прежде всего, необходимо сделать настройки. Выпадает вот такое окно, в котором имеется ваш собственный логин, ваша электронная почта, номер телефона, его пока не видно, но он забивается. Выбираете страну из списка и выбираете язык, на котором вы хотите, чтобы был сайт. Ну, например, на русском. Сохраняете это, сохраняете и получаете вот такую картину. В настройках также есть социальные сети, которые вы вводите свои данные, платежные реквизиты. Здесь всего пока три способа. Это биткоины, эфиры и Adcash. Можно поменять пароль. Пароль вам дается сначала, вы потом его меняете. Подписка оповещения, ставите подписаться на новости компании. Если вы хотите получать на e-mail, ставите на e-mail новости через SMS-рассылку. И желательно поставить извещение, когда вы получаете вывод средств. Сохраняем. Дальше. Двухфакторная авторизация. Пока у меня отключена, когда у меня будет более 1000 долларов, я это сделаю. Лимиты на вывод. Ну, в зависимости от уровня, они различны. Пока на этом заморачиваться не надо. Здесь очень много есть интересных материалов. Во-первых, финансовые отчеты, трейдинговые стратегии и все о криптовалютах, подробные инструкции. То есть, как видим, сайт сделан не просто хорошо, он сделан великолепно. Итак, чтобы начать работу, что мы должны сделать? Первое. Мы выбираем платежную систему, из которой хотим вкладывать. Я сделал первый вклад в биткоинах. Набрал биткоины, набрал сумму биткоинов 0. 5, пол биткоина, например, и создаем портфель. Выскакивает окно, и мы отправляем пол биткоина вот на этот адрес. На адрес биткоина. Понятно это. Я сейчас пока не буду это делать, чтобы не затягивать время. Точно так же мы можем пополнить через Ethereum. Но об этом будет отдельное видео, которое вы увидите. Потому что необходимо иметь кошелек,
на Ethereum, который до этого необходимо сделать. Как делается кошелек? Вот здесь My Ether Wallet. Мы нажимаем на эту вкладку, откроем ее в другом окне и создаем кошелек. Все начинается с пароля. Вводим пароль какой-то. И нажимаем «Сгенерировать кошелек». Все, кошелек готов. Мы должны сохранить его адрес. Вот он, адрес кошелька. Мы сохраняем, копируем и сохраняем. Мы должны сохранить ключ. Сохраняем. И на всякий случай загрузить ключ, который загружается отдельно. То есть KStore файл. Это отдельным файлом мы можем это сделать. Очень хорошо бы свой адрес просканировать для того, чтобы работать в планшетах, айфонах и смартфонах. Вот все с кошельком. Кошелек готов. И теперь вот этот адрес кошелька мы используем для того, чтобы на него переводить деньги. Переводить деньги тоже очень просто. Имеется официальный сервис валютного обмена. Мы переходим на этот сервис и меняем, например, ну вот обычный, либо Payeer. Например, у многих сейчас есть много Payeer. И мы должны получить не эту валюту, а вот эту. Ethereum. Минимальное количество 10. Ну, допустим, $500 с аккаунта P на аккаунт Ethereum. Аккаунт Ethereum, вы помните, он у нас уже сделан. Мы в кошельке его сделали. И мы его берем вот отсюда. Но отсюда мы должны скопировать этот кошелек. И в настройках, вы помните, у нас есть платежные реквизиты. Мы его вносим вот сюда, в Ethereum, в эфир. Надеюсь, что ничего здесь сложного нет. И здесь пишем mail, куда мы хотим получить. То есть вводим счет, наш кошелек. То есть мы получаем 39,19 эфиров на сумму $500. Пишем запомнить наши данные и делаем обмен. И все. Все очень просто и очень хорошо. Дальше следуем инструкциям и получаем деньги, которые у нас будут на нашем кошельке. Вот на этом. И далее просто с кошелька мы можем послать эфиры. То есть мы используем приватный ключ, который мы сохраняли. Вы помните его. Вводим сюда, нажимаем Enter и дальше переводим деньги. Более подробное видео об этом я тоже выложу. Вот так выглядит наш аккаунт. Ссылка имеется вот здесь. Также мы можем найти эту ссылку в разделе «Партнерам». Вот она. Она немножко выглядит по-другому. Тут агент написан. Но номер остается прежний. И видно, что здесь будут у вас партнеры подписываться. Я подписался только вчера вечером. Никого еще не приглашал. Думаю, что вы будете моими первыми партнерами. Я уже вложил первые портфели. Один вчера положил. Он один день работает. И сегодня. Чтобы больше было денег, мы поставим автоинвест. Он. То есть включили в обоих случаях. Очень удобная программа, надежная, хорошая. Если у вас есть форумы, блоги, сайты, то очень много материалов, которые можно разместить. Приглашаю вас в программу. Надеюсь, что благодаря нашей пошаговой системе каждый сможет выйти на достойный, быстрый доход. Итак, новая программа, пришедшая на долгие годы для нас.
приглашаю. Вы видите, что она сделана, ну, практически как банковская, очень надежная, хорошо защищена, удобная. Все здесь все есть, все. Можно посмотреть, откуда вы входили, когда вы входили, что делали, вся история. Обращение в онлайне, чат. У нас есть также Skype чат нашей команды. У нас есть Telegram. У сайта имеется, кроме всего прочего, в Facebook аккаунт, который легко найти. В Twitter имеется у компании Brandbook. Она делает также майки, например. Ну, много такого представительского материала. То есть компания пришла не на один день. И это видно. Она сделала все капитально. Количество участников каждый день прибывает. Займите свое место, свое кресло в нашей компании. С вами был Microinvest International. Всего наилучшего. Хороших инвестиций и предпринимательства.